В уютном зале собрались самые активные анапчане, их так можно называть по праву. Подготовка к 70-летию Великой Победы, ко дню города, открытию сезона, работа на избирательных участках, везде они первые. В очередной раз с краевого конкурса органов территориального общественного самоуправления анапчане привезли самые главные награды и призовые деньги. Каждую копейку на благоустройство любимого города. Общественники – лучшие помощники городской власти и правоохранительных органов. Именно благодаря вам сегодня появляются уютные дворики, чистые дома, чистые подъезды. Мы даже, вот видите, воспитываем и излечиваем своих соседей и тем самым оздоравливаем жизнь нашего города. Летом у нас с вами общие проблемы, мы все вместе бегаем по пляжам, по каким-то определенным детским дворовым площадкам, тоже там наводим порядки. Я думаю, это очень важно, когда все вместе, вот одной силой мы делаем одно дело. Прозвучало много теплых искренних слов. Активистов наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Но они, конечно, не за грамоты работают. Душой болеют за родную Анапу. И всеми силами стараются сделать ее лучше.